Всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, и мы, собственно, начинаем, продолжаем и пробуем проходить Payday дальше. Так, к сожалению, я пока еще не записываю. Ты прям пока еще не записываешь, ну давай, я пока что куплю все всякие плюшечки, и мы продолжим. Так, стопэ. Я так понимаю, что это переводится как контрмеры, наверное, хотя а я... Как написано? Counterfair. Фейт. Про фейт? Не знаю. Ну, скорее всего, контрмера. Ну, я могу ошибаться. Ну, наверное, если бы я играл в первый Payday, я бы знал эту карту. Но нет, простите, нет, поэтому... Я буду играть так. Поехали. Так, подожди секунду. Подожди. И да, всем привет. Мы снова с Дезом. Тыры-пыры, в эти дыры. И это у нас контрфет. Контрфейт. Контрфейт. Поехали, контрфейт. Поехали. О, да. Текстуры. Кстати, карта не вылетела. Палево. Чопа. Иди. Она, кстати, я заметил, что нельзя пройти именно это. Стелсом. Нам, кстати, все равно нужна фомка где-то. Как-то развязалась. Фомка? Зачем? Ну, чтобы сломать эту фигню, нужна фомка. Я не понял. Проблема. А посылка не подойдет? К сожалению, нет. Ну, не знаю, вот я еще одну, кстати, посылку нашел. Не знаю, сейчас найдем фомку, будет. Надо какие-то коды найти, да? Как открыть, взломать. А зачем ты так делаешь? Берешь, чтобы так пропинуть все. А, так тоже можно, да? Это ж такие двери, ну. Понял. Так, ну я думаю, что фомга, если будет, то так, лопата. То фомку я, наверное, узнаю. Наверное. Нам нужно войти в дверь. Пока все тихо, спокойно. Музыка не играет, ничего нет. У меня уже дын-дын-дын долбеж. Ну, у меня музыка отключена. Ну, зато еще одну посылочку нашел. И целых 11 тысяч нашел. Мобильный не нужен, нет? По дешевке продам. Не-не, спасибо. Жаль. Так. А уже 22 штуки просто так нашел. А фомки все нет. Эй, чуваки, вы где фомку спрятали? Еще два косарика нашел к тому же. Такое ощущение, что за эти... Да, там проход, слушай. I'm fucking genius, ли там проход, реально. Еще 5 гранд. Что такое? У нас гость. Снежка? Или кто у нас? Гость. Гости разные бывают. Какие конкретно в этот раз? Да, все. Не, они походу прикалываются. Я посылку кучу нахожу, но... А, вот фомка. Псец, они, конечно, фомку засунули. Она вообще в гараже была. Вот видишь, где я? Самый попе. Ну, сзади тебя, короче, он в том гараже. Ага. Меня убивают. Да, я там помог тебе чуть-чуть. Чуть-чуть, причем больно так. Я говорю, я помог тебе чуть-чуть. Ладно, пока меня там убивают, я фомкой дверку взломаю немножко. Сервера, сервера. Ей-ху! Так, подключаем устройство взлома. О, здесь тоже монтировка нужна. Слышь, да, сиди сюда. Да-да-да, сейчас. Где? Здесь у меня. Ну... Во двор выйдешь, увидишь. Секундочку. Просто надо с ребятами немножко разобраться было. Так, вот клокер, видишь, клокер, видишь? Убивай клокера. Убивай, я его не вижу даже. Вроде убил. Иди к защите, где вот значок защиты. Слышь? Я хочу посмотреть, что здесь. А, ну окей. Кислота. А, точнее, принтер.
Нет, стоп, это для печати что-то. Надо было, наверное, взять. А, наверное. Иди, ну возьми. А потом иди вниз, защищай. Оу, где тазер, лайс. Получил предмет задание. Иди на всякий случай. Вниз? Да. Где защита? А я пойду вот сюда. Ага, сдвину шкаф. Вот теперь причем шкаф можно сдвинуть, то есть когда у меня фомка есть. Тебе надо что-то с девайсом сделать. Да, все. А, он электричество охнул. Блин, я не успел чуть-чуть. Короче, ты там, я тут, давай. У меня есть красивый, кстати. Бильярд стоит. Может, поиграем? Ну ладно, как-нибудь в другой раз. Видимо, сегодня не судьба, да? Мне кажется, это какое-то подобие кислоты, то, что мы взяли, знаешь, чтобы прожигать что-то. А может, и нет, не знаю. Слишком может, уж... Можно документы какие-нибудь испортить. Ну, или так. Или коды. Вон, коды. Тут видишь, что-то с... Лукс, найдите. А, хакнуть. Замки кодовые. Коды. Локс — это замок. Замки, точнее. Лок. А я прочитал, как лук. Смотреть. Нифига ты так чуть-чуть ошибся. Ну всего букву лишнюю прибавил. Ну да. В этот раз я тебя точно по убийствам не догоню, потому что я стою в основном на этом. Они, кстати, бегут к тебе, а у меня здесь тишина, спокойствие и радость. И осталось где-то 54 секунды. У тебя сколько там? 52. 51. Ну, короче, примерно единовременно откроется. Не люблю, когда менты на меня идут. Поэтому просто их убиваю. Ладно. Так, нет, у тебя, кстати, она закончилась, по идее. Нет, 23. Ну, тогда ждем. А, нет, моя завершена. Да, это твоя, ну, видимо. Погодь тогда, вместе зайдем, чтобы, так сказать, одновременно увидеть, что же там вообще такое-то. Ой, я пианино случайно опустил. Вспоминается, как так, точно так же можно было провалить в Макс Пейне одну из крутых пасхалок. Ты же знаешь в Макс Пейне пасхалку, где там он на пианино играет? А у тебя ловушка, выходи оттуда, он горячит. У кого, у меня? У тебя? У тебя. Мне фомка нужна или что-нибудь. А! Ох, ёц. Выходим быстро, убегай оттуда. Там C4 куча. Так это у тебя. У меня-то нету. А, слушай, получается мы могли... Блин, мы дебилы. Ой, тут боль, да. Я думаю, что так больно. Чувак, мы дебилы. Знаешь, в чем прикол? Мы могли с тобой... Включить их все. Ну что бы было? Проблема в том, что там надо было заходить с одной стороны. Шоу, ну конечно, бульды, у меня патроны кончились. Тебе помочь с бульдой? Да у меня патроны кончились, вообще вовремя. Ладно, позови пока бота. Дай меня поднимут. Бульду-то хоть убили? Да. Да я ему стекло успел разбить, а добить не успел, короче. Ну, я понял. Так, пойду на... Ага. Клокер, главное, под бильярдный столик спрятался такой, типа, ха-ха-ха-ха. О, тут печатный станок, денежки печатают. Ну вот мы дебилы, мы могли бы этот печатный станок, собственно, как бы... Использовать. Дрель, чувак. Тизер, чувак. А чё тебе дрель? Ох, етить! Всё, я в жопе. Спасай меня, всё, мне пипец. Чё? Меня даже вырубили сразу. Просто.
Меня, короче, два снайпера прошили, потом еще раз два снайпера, а потом еще и тазер прикипел. Понимаешь, да, суть проблемы? Угу. Бей снайперов, пожалуйста, я просто по ним нифига не попаду. Одного убил, где еще один? А, вон там трое впереди на зданиях. Блин, патроны. А, тизер! О, перезарядил. Ай-яй-яй. Здесь, короче, та же самая гребаная система с шлангами. Прикрой, прикрой от снайпера, просто пробеги через меня. А, ну хотя тебе не судьба. Где еще один? А, попа, прямо надо мной. Бразота. Все, увидел. Все. Вообще жесть. Надо отхилиться. Так, ну я хилку могу поставить. Одну. Не, не надо, не надо, не надо. Не, ну я все равно ее там поставлю, так же как патроны можно здесь поставить. Прыгай в бассейн. Я на стол положу. Пока они убежали. Сколько там осталось? Осталось 87 секунд. Блин, хреново. Я бы хотел показать, как взрывается кейс. Но сочинение не взрывается, а его можно разминировать. Ты здесь же не был, да? Mm-mm. Вот так вот тут красиво. Так, мне надо кого-нибудь втащить. Прямо вот так вот, да? У меня тут ребята есть, которым можно втащить. Ой-ой-ой. Жестокий снайпер, да? Угу. Где еще? На другой стороне. Дверь не открывается. Персич, хп. У кого? У тебя. Да пофигу. Оу. Я иногда там дико живуч. А я так нет. Нет, просто в смысле, знаешь, вот сейчас вот этот чувак меня затазил, потом отпустил, потом снова попытался затазить, но я его уже убил. Поэтому да, повторюсь, я иногда дико живуч. И везуч. Так, сейф открылся, походу. Заполняем сейф водой. Включи воду, пожалуйста. Уверен? Да. Заполним сейф водой, сейф переполнится и вышибет. Нет. Дверь просто. Нет, ты уверен, что я подберусь к нему? А, ну ладно, сейчас сам. Просто тогда не подпускай ко мне, я запущу, запущу. Это что сейчас было? Что? Что-то врезалось во что-то. Тяните твою налево! Турель! Дес, тут это открыть можно. Сундук. Ай-яй-яй! Иди сюда. Открыл. Ну да, я правильно помню, понял, это для печати денег. Печатаем А-а-а. Деньги. Подымешь его? Угу. Печатаем деньги, собственно, получаем эти. Да, вот он в стену въехал. Прям пробил ее. О, Снежка пришла. Только Вика подними. Ну, где Снежка, кстати? Зашибись, два дебила упало. Так, слушай, а тут есть где-нибудь патроны у нас? Да, у тебя. Он... Нет, я не хочу свои тратить пока. В смысле, ай, на карте? Лишнее. Мать твою, ай. Да, есть, присмотрись понимаете. Я нашел, нашел. Они нам пайпу перекрыли. Зачем я прыгаю? Гребаная привычка прыжка и приседания во время стрельбы. Ты понял откуда. Угу. А где
где эта мразь? Даже не понял, где он. Ага, вижу. Где снайпер? Снайпер слева обычно. Вон снежка. Какая снежка? Ну вон снежку пометил. Капитан Снежка, ты что, ни разу не видел капитана Снежку, что ли? Левый бульдо, что ли? Нет. Чувак в диких щитах. Это что такое? Капитан Снежка. Че, никогда не видел капитана Снежку? Нет. Ну, собственно, он там быстро сейчас умрет. Я не видел такой фигни. Я ж давно не играл. Щиты бесполезно пробивать с твоим оружием. Там чисто гранатами надо. Я гранату кинул. Чем-то подобным. Как правило, когда капитан Снежка один остается, все. Вот, все. Вика, подними. Прям. Я пока динамит поставлю. Что-то взорвалось рядом со мной. Да я гранату кинул. Я говорю, что-то взорвалось рядом со мной, как обычно. Ну не рядом с тобой. Близко. О, бедный сейф прямо совсем разрывает. Кабум. О, давай его посадим. Блин. Все, бегом. Все. Да. Я забрал с собой. Как тебе сказать, как они называются-то? Клише. Mm. Правда, не помню, не клише называется или клише. Ты не помнишь? Что именно? Ты про что имеешь в виду? А, деньги с чего вот печатаются? Клише же, по-моему, правильно? А, ну понял, плашечки, короче. Ну да, да, да. Ну давай послушаем музыку. Я сейчас снайпера под жопу насуют. Это да, главное не упади вниз. Я так понимаю, нам все-таки сюда. Не нравятся мне эти туннели. Та же фигня. Так, то, что я Фомку нашел, вот прям хорошо. Ну тут без Фомки-то вообще как бы игра не игра. Просто продолжайте бежать. Вопрос куда? Почему-то мне кажется, что я выбрал неправильный путь. Wrong way. Нет, правильно. Изи. Да, вообще изи. Тут даже и на ДВ можно пройти спокойно. Ну да, главное не взрывать этот печатный станок, там можно было вынести намного больше. Да. Видимо, он бесконечный. Ну то есть. Ус, да. Сколько интересно. Ты вынесешь, что ты вынесешь? Просто только куда их носить? Туда же, видимо. Думаешь, к эскейпу? Думаю, да. А может и нет. Не знаю, на самом деле, но в любом случае, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Да. Всем удачи, пока.